до поры. Именно специальные, да, именно вот они прочные, ручка железная. А еще дизельные отопители, рации, раскладушки, зимние шины и многое другое важное и полезное. Словом, все, что необходимо сейчас воинам, находящимся на боевых позициях и в прифронтовой полосе. Гуманитарный груз был собран в кратчайшие сроки. Поступило письмо на имя нашего муфтия духовного управления мусульман Пензенской области Ислам Хазрата Дашкина. И мы с нашими уважаемыми имамами духовного управления мусульман Пензенской области и с активными прихожанами оперативно отреагировали на это. Собрали согласно списку, согласно обращению, инженерное имущество и в настоящее время отправляем нашим защитникам. Ценный груз доставим в целости и сохранности, заверил священнослужитель Ренат Вяселев. Пензенский волонтер, он, начиная с декабря 2022 года, не раз сопровождал собранную жителями Сурского края гуманитарную помощь. И везде, где не бывал, Запорожье, Луганск, другие районы и города, везде подарком из Пензы рады и благодарны. Ну, фронтовое обеспечение есть, но все равно какая-то частичка, когда из дома отправляет, это все равно как бы их радует, их поддерживает. Те же самые носки, когда привозят, они же теплые, как бы это бабушка связала. Для них это очень большая радость. Вот, и они как бы очень ждут этого. Из дома также вот отправляют продукты там, и одежду теплую. Это их радует, их это греет. И все равно как бы это очень им приятно. Именно в этом проекте в первую очередь хотел бы я поблагодарить муфтия Духовного управления мусульман Пензенской области Ислам Хазрата Дашкина и всех наших имамов Сосновоборского, Лопатинского, Истинского и Неверкинского района, которые оперативно отреагировали, активно участвовали в этом, потому что они знают и понимают, наши военные, наши солдаты помогают нам, защищают нас, и мы должны им помогать. Потому что наши военные знают, что защита Родины – это долг, освященный ценностями религии. Прихожане и священнослужители Духовного управления мусульман Пензенской области и ранее оказывали благотворительную помощь участникам спецоперации. Это их благодарность тем, кто сейчас находится на передовой, проявление искренней любви к Родине и ее защитникам. Ренат Вяселев доставит груз в Курскую область, и эта поездка будет не последней. Если кто-то из правоверных Сурского края пожелает оказать помощь воинам, он найдет всяческую поддержку в Духовном управлении мусульман Пензенской области. Наши имамы всегда на связи. Если кого-то с кем-то познакомить или же скоординировать, у нас все контакты, все связи налажены. Виталий Шильнов, Евгений Налдеев, Марат Янбарисов. Специально для Нур-ТВ.